Дянька. Куда мы едем? Цветов. Там наш самолет из цветов сделан. Все из цветов. Самолет из цветов? Да. Мы приехали. Вот такая черепаха нас встречает на входе. Мама берет билеты. Взрослые 50 дирхам, дети от 3 до 12 40. Красиво. Билеты мы взяли. На фарме летит каждая пчела, садим туда. А где там пчелы? Вот. А, вот, да. Красиво, да? А, вот. Где? Вот. Ого! Где детки? Какой самолет! Еще и взлетно-посадочная полоса. Ого, как круто! Вау, нереальное место, да? Да, круто. Краник, тут такой умывальник. Гигант здесь. А видели, какой мишка там? Вот! И она, смотри. Это домики? Домики. Домик, смотри, а что? О, Микки Маус. Смотри. Ну, мы вышли с нашего такси и идем посмотреть на все вживую. Нам понравилось, на первый взгляд, очень красиво. Идем поклоняться слонам. Ого, как цветочный слон. Такие подставки, а на них цветов много высажено. Ой, снизу как интересно. Дядя делает такие интересные штуки. В итоге получается вот такой. Рома с мамой вместе решили взять клубничку. Вот так вот. Наливают в стаканчик. Идем в такую арку. А здесь сердечки. А здесь цветочки и крепость посередине. Надо туда будет зайти. Они живые. Они настоящие. Пахнет бананом. Банан? Да ладно. Мама, тебе чем пахнет? Бананом. Бананом? Не надо. Потому что желтый. А здесь Гуфи. Это мир Диснея. Давайте в этот зайдем, в крепость, раз мы уже рядом. Такая крепость возле нас. Мы ее видели издалека уже несколько раз. Что за штуки такие? Там часы. Они, кстати, правильное время показывают. Сейчас без 15:04. Стоит на пару минут. Смотри, там такая птица, и они сделали, что типа птица идет, такие цветочки всего. Тут павлиный хвост. Почти на все часы идет. Какой ботинок тут стоит. Это великан. Проходил мимо и бросил его. Идем наверх, в этот дворец. Пахнут? Там самолет. Ой, тут наверху стульчики. Ну, тут кафе. Здрасте. Здрасте. А можно сфотографироваться с ним? Ну да, сфотографируйтесь. Встретили подписчиков. Спасибо огромное. Еще одни подписчики. Какие у нас подписчики здесь встречали? Разные. Я нашла.
какие там висящие лианы из дерева. Ой, а вот так еще. Прикольно, да, так смотреть снизу? Свободный? Я на балкон. Да, очень сложно на гамак залезть. Тут выпадаешь на гамак. Вау! Рома погрузился, все. Голова одна торчит. Ты как в лодке, в пироге. Здесь вот такая еще. Какая классная качелька. Рома увидел печеньку. Привет, пряничный человечек. Да? А что там другой сзади? Ух ты. А тут синий. Ага. Тут магазинчик вкусняшек. Смотри, как вверху прикольно, да? Чупа-чупсик. А что еще тут есть? А почему? Да синяя, у Дианы красная. Сколько тут конфеток. Это Меллер. Помнишь, какие? А, здесь под навесами опять кафе. Идем. Шляпку? Кто хочет шляпку? Yellow and blue? Yes. Yes. Мне здесь. Battery? Does battery inside? No, sir. Only liquid, sir. Understand. Ура! У нас пузырьки! Ух ты! Сколько пузырьков! Все-таки это не настоящий самолет. Скорее всего, это муляж. Крылья подперты такими деревьями. Там на полянке прячется стая долматинцев. Чего, как будто сколбьянка. Скоро уже зайдет солнце. Мама говорит, что здесь все будет светиться. Ты кого берешь? Такой котик? Китайский какой-то. Он с макияжем. А, как ты своего котика назовешь? Гарлик. Как? Гарлик. Гарлик? Да. Это что, чеснок? По-моему, хорошо тебе ответ. А Рома открыл свои авиалинии. У меня теперь самолет. Зашли попрыгать на батутах. А здесь еще такие батутики на улице. Привет, Дианка! Привет! Дианка бежит! Дианка!
вышли из этого парка, да? Идем куда? В парк бабочек. Главное, что мы взяли шарики, да, Диана? А еще я видела, что так делать вот это. Дубай баттерфляй гарден. Идем туда, где много людей. Здесь дают бабочек на руки. Так, берете ее. Им только они живут только 3 недели. 3 недели. Видишь, Диана, какая она лохматница? Это из страшной гусеницы получилась такая красивая баба. Висячие сады. Ой, а что здесь? Это коконы их разные, видишь? Такой он зеленый, такой может быть. Ого! Ого! Да! Гигантикус! Вот она приземлилась. Она очень большая. А здесь такие же летают вокруг. Ой, здесь еще одна огромная бабочка. Она не такая быстрая, как тайгер. Светка у нее другая. Сидит бабочка и кушает банан. Хоботочком туда. Интересно. Как это вначале одно существо, а потом совсем другое. Что здесь? Как же смешно. Это ленивая бабочка. Давай, это бабочка, прилипалочка. Я? Тут еще такие шарики есть. Диана, тебе кто платит красиво? А, улетела. Наконец-то мама появилась, бабочка. Не хочу. Не хочешь, так? Все, мы уходим. Пока-пока, прикольное место. Пока, бабочки! Приехали в Дубай Молл, и почти первое, что нам попалось, вот такой скелет. Длинная шея. Давала динозавру. Ого, какой хвост. Уж не верит, что такие были существа. Огромный? А голова, а мозг у него малюсенький-малюсенький был. Так, мы теперь зашли в магазин H&M. Ходим с Ромой, выбираем, что ему такое одеть. Тапочки такие хоть. Прикольно. Ага, Пакмен. Пошли померяемся. Где-то там должен быть возраст указан. Рома показывает, какую он футболку нашел себе. Померил. Вроде ничего. Могу тебе фотку показать. Да пусть берет, классная футболка. Такую футболку Рома выбрал себе. А ну покажи, что она умеет. Вау. А назад? Вау. Покажись, какой ты модный. Вечером мы зашли покушать сладенького. Где они вот такое принесли к ужину? Дипломатику. Вот эта штуковина, она очень вкусная. Крыша улетела. И кукотик отломался. Вкусная, Диана? Мы покушали и вышли на улицу.
А здесь какие-то изменения. Фигурки светящиеся. Кораблики светящиеся. Такого не было. Наверное, какой-то праздник. Рыбка блестящая воздух.